Всем привет, ребятки! Вот мы снова и на пляже. До отливчика еще до полного далеко. Он только-только начинается. Прогуляемся немножко, погода хорошая, а потом копать пойдем. Красота какая, а? Супер! Не только мы любуемся океаном, нас фотографируется вовсю. Вот такая погодка у нас сегодня. Красиво. Ну вот, ребятки уже копают. Мы сегодня ученика взяли. Новенький комрад к нам прибыл. Пока еще детектора у него нет, но мы уже его учим потихоньку. Пока что ходит с нашим детектором новый товарищ. Они только приехали с женой. И будут с нами ходить теперь всегда. Ладненько, буду копать и я. Вот не знаю, ли вам будет видно, вода уже отступила немножко. Посмотрите, какие ямы поделала в полосе прибоя. Мне это видно, а вот телефон... Я на телефон снимаю, не берет. Ну, может, видно, хоть что-то будет. Здесь вообще-то довольно светло на пляже, но почему-то на видео не отражается это. И песок такой мягкий-мягкий. Нанесло какими-то кучугурами его. Ладненько, топаю дальше. Сейчас пока только евромонеты попадают. Больше ничего интересного, но надеюсь на какое-то серебришко-золотишко. Посмотрим. Ну вот, ребятки, только раскопались, только находочки пошли, и гляньте, дождь пошел. Обидно до глубины души. Ладно, пока еще не сильно покопаем, но если усилится... Поедем домой, а шо ж. Не ходить же по дождю. Ну что, рассмотрим находочки. Вот мусор, смотрите. Ничего тяжелого. Одни сплошные вот эти крышечки. Но зато их было немного. Бывает и побольше. Хоть это порадовало. Дальше. Еврики, ребята. Евриков. На этом пляже. Вот посмотрите, сколько мы насобирали. И это еще не все. Мы поделились с молодым коллегой. Это то, что осталось нам. Он тоже старался. Копал, как бульдозер. Молодой. Начинающий. Ему все интересно. Даже еврики. Так, что еще у нас попало? Вот смотрите. Это, как всегда, машинка. Это что-то, наверное, от плеера. Не знаю. Беседок только вот таких две легеньких. Вот вам разница в пляжах. Предыдущий пляж. Были сплошные беседы. Почти очень много их всегда было. А на этом пляже, гляньте, почти нет. Зажигалочка. Заколочки для волос. Вот такая. И две таких.
Ну и очки, куда же без них. Это, кстати, очки для зрения. Так, дальше что у нас? Дальше у нас бижутерия. Гляньте, какой тяжеленный браслет. Кто только носил такой? Сережечка. Сначала думала серебрушка, оказалась бижутерия. Вот такое колечечко симпатичное. Вот. С камушками. Вот такое какое-то манюсенькое. Вот такая какая-то штучечка. Блестела красиво ночью под фонарик. И вот это ультрасовременное обручальное кольцо. Кому только в голову приходит носить такие вместо золота. Не нравится мне такая мода. Все-таки золото есть золото. А вот это вообще непонятка какая-то. Я, конечно, почищу. Посмотрю, какое оно чистенькое выглядит. Ну и вам фотку приложу. Но мне оно не нравится. Так, и крестик вот такой. Жаль, что не серебряный. В серебре смотрелся бы хорошо. А, и еще попали часики шикарные. Главное, подняли с мокрого песка. А они идут, ребята. Бесподобные часы. Сейчас у меня их дома нет. Мы подарили молодому коллеге. У него будет интерес к копу. И браслетик еще был серебряный, тоже его подарили ему для его жены. Ну, надеюсь, фотки и видео он передаст. Я приложу сюда. Вот такенная здоровая лейка попалась. Будет чем цветы на балконе поливать. Вернее, не цветы у меня земляника лесная на балконе растет. И даже плодоносит. Вот такая земляничка у меня на балконе. Она, в принципе, оттуда носила уже. Только две еще остались. Ягодки. Когда-то из леса привезла, и она у меня растет. Так, и теперь самое интересное. Вот. Вот такие серебрушечки. Гляньте, какая серебрушка шикарная. Красивая. С камушками какими-то. Обручалочка серебряная. И вот такая штучечка маленькая, вот, манипусенькая. Вот такой коп у нас получился. И небольшое отступление для всех тех, кого всегда озадачивает или смущает. Или удивляет, что я всегда в перчатках. И на поиске тоже их почти не снимаю. Ребята, я работаю художником по интерьерам. Сами понимаете, приходится много работать на компьютере. Причем тогда, когда клиент сидит рядом. Вот представьте себе, какие руки, вы же знаете, какие руки после чистки монет, после поиска без перчаток. И я с такими руками буду работать на клавиатуре. Ну, я думаю, клиентам будет неприятно смотреть на мои руки. Именно поэтому я всегда-всегда все, что связано с поиском, с чисткой монет,
или там других находок. Я все делаю в перчатках. Так что уж извините, кому это не очень нравится. Но это так, просто отступление.